Так, друзья мои, всем доброго времени суток. Поставьте, пожалуйста, от 1 до 10 в чат. Сейчас чат открою. Разрешить писать в чат. Поставьте от 1 до 10, насколько меня хорошо видно, слышно. Десяточки, отлично, прекрасно. Прелестно, просто прелестно. Замечательно. На базе нашей платформы вы сможете создать для себя 4 источника дохода, друзья мои, 4 источника дохода. И я всегда говорил, говорю и буду говорить, что в наше время, в которое мы живем, иметь один источник дохода – это глупо. Нужно иметь 2, 3, 4 источника дохода, 5, 6. То есть как можно больше финансовых ручейков, которые будут, соответственно, скапливаться, да, в ваш капитал. И основной закон денег, да, то есть есть тоже законы, по которым деньги приумножаются, да, то есть есть наша идеология очень простая: развивайся, зарабатывай, инвестируй, да, то есть инвестируй, приумножай, то есть приумножай свой капитал, создавай свой капитал. Мы не говорим о том, что инвестировать там в какие-то хайпы, пирамиды, еще что-то, каждый сам выбирает, но факт в том, что очень важно фундаментальный подход к заработку денег. То есть мы хотим, чтобы наши партнеры были максимально осознаны, и у нас на платформе, соответственно, вы будете узнавать, что такое финансовая грамотность, какие финансовые потоки, как их создавать, соответственно, как можно приумножать деньги абсолютно безрисково в наше время и получать очень достойный процент, соответственно, в конечном итоге в какой-то период времени забыть вообще, что такое финансы, потому что вы не будете работать ради денег, вы заставите деньги работать на себя, да, то есть и обретете ту самую финансовую свободу, тот самый пассивный доход, который позволит вам заниматься тем, что действительно важно и нужно, и у вас будет выбор, да, то есть и меня всегда мотивировало это, да, то есть меня всегда мотивировало работа в найме. Я никогда не хотел работать в найме, я никогда не работал. Не потому, что у меня богатые родители, нет. Просто я никогда не хотел продавать свое время максимально дешево, да, то есть, чтобы мной кто-то руководил. Я всегда понимал, что работа в найм – это утопия и путь в никуда. Нужно быть предпринимателем. Предприниматель – это слово «предпринимать что-то», да, то есть, и мы создаем новое поколение сетевых предпринимателей, да, то есть, мы научим вас. Почему я не могу войти? Странно, все должно, все в порядке должно быть. В общем, мы создаем новое поколение сетевых предпринимателей, где вы поймете, что такое автоматизация бизнеса, да, то есть где вы поймете, что такое трафик, цифры. Для меня любой бизнес, да, то есть всегда была математика, входящие, исходящие, конверсии, воронки, средний чек и так далее. И эти моменты мы тоже будем разбирать, друзья мои, с вами. Вы с легкостью научитесь создавать воронки в интернете, создавать трафик, да, то есть вы всему этому научитесь, и у нас огромное количество разных курсов обучения, то есть это все постоянно дополняется. То есть мы стартанули 2 февраля, за вот этот короткий промежуток времени, друзья мои, наша платформа уже обросла огромным количеством разных курсов, марафонов, сервисов, и, соответственно, мы продолжаем это делать, продолжаем добавлять. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 7 раз услышать, поэтому давайте я вам сейчас покажу нашу платформу изнутри. Поставьте плюс, если, соответственно, вы готовы увидеть, и мы с вами, я вам покажу сейчас. Так, презентация, рабочий стол. Так вот мы находимся сейчас внутри. Все, вижу, что запустилось. Замечательно. Так, что у нас есть? Давайте быстренько пробежимся. Первый вопрос. Сколько стоит вход в компанию? Я думаю, что многих этот вопрос волнует. В любом случае, что-то делать это не бесплатно. И здесь вы будете приятно удивлены, друзья мои. Мы предоставляем вам готовый бизнес по цене 3 чашек кофе. То есть доступный бизнес по цене 3 чашек кофе. То есть для меня очень было важно, чтобы этот бизнес был доступен каждому. Чтобы он был доступен маме в декрете, чтобы он был доступен студентам, предпринимателям, людям, которые лишились работы, и у них нет возможности заработка денег. Поэтому наш инструмент стоит $12.5. Это стартовый пакет. В него входит, посмотрите, сколько всего. Курс криптоакадемии, Инстаграм от АДЯ, сторис, который цепляет, обработка фотографий, PDF-формат, ВКонтакте на автомате и так далее, и так далее, и так далее. То есть $12.5, друзья мои, это пожизненный вход. То есть маленькая цена, огромная ценность. То есть пожизненный вход на платформу за $12.5. Дальше что?
Курсы. Соответственно, вот за 12,5 долларов вы получаете курс криптоакадемии, курс Инстаграма ДАЯ, маски, сторисы, соответственно, обработка, обучение, PDF и так далее. То есть, соответственно, если вы хотите, на более дорогих пакетах обучение открывается полностью, да, то есть, но дорогие пакеты можно покупать, можно получать абсолютно бесплатно, выполняя определенные действия внутри нашей платформы. Соответственно, можно за 12,5 долларов. У нас есть люди, которые начали с 12,5 долларов и заработали свои первые 1000 долларов, друзья мои. То есть, смотрите, чтобы не быть голословным, если мы говорим про деньги, вот у нас есть такой чат, в чате находится 12 тысяч человек, обратите внимание. То есть и вот у нас такие поздравлялки постоянно, видите, то есть человек заработал 116 долларов, соответственно, 29 долларов, 29 долларов и так далее. То есть это автоматические поздравления, которые вылетают для наших партнеров, то есть бот автоматически их делает, то есть мы говорим про автоматизацию, стремимся к ней, поэтому вот такие вот поздравлялки каждый день, как только человек выполнил условия. То есть, сейчас покажу, наверное. В общем, суммы заработка разные, друзья мои. То есть суммы заработка разные. Есть люди, кто зарабатывает там, кто зарабатывает десятки долларов в день, есть кто сотни. И есть люди, кто заработал уже свои первые, то есть и не один, и не два уже, наверное, с десяток человек. Нет, вру, наверное, если с десяток скажу. Ну, порядка 7 человек, наверное, либо вышли на миллион, либо заработали миллион. Есть люди, которые 2,3 миллиона заработали. Вот, если не видно, перезагрузитесь, все должно быть видно. В общем, криптоакадемия. Давайте просто посмотрим, что такое криптоакадемия, да. Крипта сейчас в моде, в тренде, поэтому вот что такое история, денег, введение, открытие личного кошелька и так далее. То есть пошаговые уроки, просто степ-бай-степ смотрите и развиваете свой кругозор. Согласитесь, очень важно сейчас быть в тренде, понимать вообще, что происходит, и, соответственно, следить за этими трендами, фишками и так далее. Инстаграм – это да я, маски в Инстаграм, сторисы, которые цепляют. Ну, вот, допустим, сторисы. За 12,5 долларов вы получаете все эти курсы, смотрите. То есть в 11 уроков. Просто пошагово делаете, смотрите, как это делается. Для чего это нужно, да? То есть мы все равно говорим про заработок в интернете. Это социальные сети. Для чего нам нужны вот эти сторисы вообще, учиться делать сторисы? Есть несколько применений. Первое применение. Мы учимся, применяем для себя, для своих социальных сетей. Наш Инстаграм или наш ВКонтакте становится ярким, сочным. Люди обращают на нас внимание. Соответственно, мы становимся приметными для них, да? И, соответственно, нам люди начинают писать: расскажи, как ты это сделал. Вы просто рекомендуете этот курс и зарабатываете до 100%, друзья мои, с продажи. Ну, вру, до 95%. До 95% с продажи этого курса. Согласитесь, круто? Круто. Это первый момент применения. Второй момент применения – это фриланс. Фриланс – удаленная работа. Ни для кого не секрет, что сейчас люди, которые работают в интернете, зарабатывают гораздо больше, чем люди, которые там... Какой стандартный путь, да, то есть как меня отец всегда учил? Иди в институт, 5 лет оттарабани в институте. Конечно же, все эти 5 лет ты платишь деньги, потому что я не такой умный, чтобы поступить на бюджет, на бесплатно. Соответственно, ты все 5 лет платишь деньги, тебе этот диплом дают в руки, неважно, каким он цветом, даже красным или там не красный, но ты идешь с этим дипломом, устраиваешься на работу, на работе важна практика, да, то есть у тебя только теория обучения. Дальше ты поднимаешься по карьерной лестнице, и дай бог, там через 10 лет трудового стажа ты выйдешь на доход там 50-100 тысяч рублей. Дай бог, да, то есть это единицы так выходят. Понимаете? Сейчас в интернете достаточно иметь портфолио. То есть вы можете научиться делать сторисы для себя, потом сделать кому-то бесплатно, блогеру, компании, еще что-то, сформировать портфолио и на огромном количестве сайтов, фриланс, удаленных работ вы будете востребованы, да, то есть куча людей, которым это нужно, куча компаний, которым нужно сейчас яркие, сочные там социальные сети, да, то есть и просто пример, несколько специалистов, человек, который отвечает на сообщения в директ, друзья мои, то есть компании или блогеру пишут сообщения в директ, и нужен специалист, который будет отвечать на эти сообщения, да. Смотрите, для этого не нужен диплом, 5 лет там учиться, да. Для этого просто нужно уметь грамотно, уметь искусство копирайтинга. Мы этому тоже учим, то есть как правильно, грамотно писать. Соответственно, и оплачивается это там 1500 в сутки. То есть 1500 в день заработная плата у такого человека. Согласитесь, неплохо. Если мы говорим про сторисы, сторисмейкер, человек, который делает яркие, сочные сторисы, зарабатывает, ну, от 100 тысяч рублей. От 100 тысяч рублей, друзья мои. То есть, и поэтому вы можете создать один источник дохода,
это выработать свое портфолио, стать экспертом в какой-то области, допустим, маски в Инстаграм. Это тренд. Это сейчас есть спрос рынка на маски. Огромное количество предпринимателей, компаний выходят в Инстаграм, в социальные сети. Им нужны вот эти вот, то, что используют их конкуренты. Они сами это не умеют делать, они сами не будут это делать, им проще заплатить деньги, чтобы кто-то сделал. Соответственно, маски, курс по настройке рекламы ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке, то же самое. Если вы сейчас научитесь настраивать рекламу, вы сейчас будете ездить на лучших квартирах, на лучших машинах и жить в лучших квартирах. Через 5 лет, друзья мои, вы будете просто финансово обеспеченными, потому что если вы разберете, что такое трафик, арбитраж и так далее, то есть вы никогда не останетесь голодными, да, то есть если сейчас понять вот это, что такое трафик, да, как продавать дорого и продавать прежде всего себя как специалиста, вы будете зарабатывать неприлично большие деньги. То есть, пожалуйста, то есть разное обучение в разных форматах, хотите видео, хотите в текстовом формате, здесь больше 30 курсов, да, то есть оформление шапки, продуктивность, нетворкинг, как работает умная лента и так далее. То есть советую почитать, это все эксклюзивно было сделано для нашей компании. Все это эксклюзивно было сделано для нашей компании. Соответственно, вот такие вот курсы. Также у нас есть марафоны, мы постоянно развиваем марафоны. Разница в том, что курсы, хочешь смотри теорию, хочешь применяй на практике, все зависит только от тебя. Марафоны только практика, да, то есть ты не перейдешь к следующему уроку, пока ты не, соответственно, не выполнишь задание. То есть марафоны, допустим, в таком формате, то есть выполнил первый урок, отчитался здесь, да, учитель проверил, все ли в порядке, соответственно, и открыл тебе доступ к следующему уроку. Все это ты проходишь, соответственно, в компании совместно с другими пользователями, что позволяет улучшить эффективность, да, то есть марафоны разные, на разные темы, соответственно, можно посмотреть, это и деньги, и личностный рост, и любовь, семья, дети, и здоровье, и спорт, то есть марафоны развиваем, дополняем и на разные сферы жизни, да, то есть будем делать это все. Что вы еще получаете, друзья мои? Смотрите, у нас есть раздел сервисы. Пожалуйста, сервис. 10 сервисов. 10 сервисов для автоматизации ваших социальных сетей. Вы получаете все это за $12,5, друзья мои. Все эти сервисы вам доступны за $12,5, друзья мои. То есть вдумайтесь еще раз. Вы по цене 3 чашек кофе получаете доступ к базе знаний пожизненно, которая постоянно обновляется. Получаете доступ к сервисам, которые тоже постоянно обновляются. У нас будет огромное количество сервисов и по прокачке ТикТока сейчас, и по автоматизации ВКонтакте, они уже есть, там еще будут добавляться, по автоматизации Инстаграма тоже будут добавляться огромное количество. То есть все, что можно автоматизировать в интернете, это нужно сделать. И мы этому учим, соответственно, и даем не просто теорию, но и даем практику, знаете, от тех компаний, которые... Ну, огромное количество компаний, я не буду их называть, но все прекрасно понимают, компании, ну, давайте бизнес-молодость назову, она просто закрылась сейчас. Это компания, которая учит бизнесу, и огромное количество разных компаний, которые учат бизнесу. Они только учат, их проблема в том, что они просто дают теорию за большие деньги, но они никогда не скажут тебе, слушай, вот у меня есть кофейня, ты хочешь открыть кофейню, приходи ко мне, и можешь поучиться на моей кофейне поуправлять. Так никто не скажет, понимаете? Мы же наоборот говорим, что вы получите от нас знания, и инструмент, где вы сможете на практике применять эти знания. Вот это очень важно, что мы вам даем не просто знания, как ловить рыбу, мы вам даем удочку и показываем вектор, что вот там, соответственно, есть рыбное озеро, иди, закидывай удочку, применяй на практике, соответственно, и в этом есть наша ценность. Допустим, интернет-визитка, да, то есть вы ее получаете абсолютно на год за $12, то есть $12 и на год вы ее получаете. Визитка позволяет вам рассказать, чем вы можете быть полезны для партнеров, да, то есть для пользователей в интернете, то есть выложить видео, прикрепить ссылки, соответственно, сделать свой дизайн. Вот, то есть вот такое вот огромное количество сервисов вы получаете за $12,5, друзья мои. Что у нас еще есть? У нас есть партнерка, да, то есть возможность зарабатывать по партнерке. Здесь есть видео, соответственно, как это происходит, статистика, доходы, все это можно отслеживать. И, соответственно, если мы говорим про оплату сразу же, да, то есть про оплату и вывод денег, да, то есть смотрите, если вы захотите сейчас оплатить сервис, там, допустим, за $12, вам предложат 3 системы, да, то есть Payeer, да, где вы можете оплачивать в том числе криптовалютой, но самое главное, что вы можете без труда оплачивать любой картой,
с огромным количеством стран. Да, то есть карта, Apple Pay, с WebMoney, Kiwi, то есть с любой платежной системой вы можете взаимодействовать. И самое главное, что ваши деньги, которые вы будете ежедневно выводить себе, на карту можете выводить, просто напрямую, не запариваться. То есть заработал, вывел. Вот, соответственно, это удобство. Также для удобства на нашей платформе есть для вас техподдержка, то есть в течение 10 минут она обязана отвечать, соответственно, и любые технические вопросы решаются очень быстро. Если у вас есть какие-то трудности, то наша техподдержка вам поможет. То есть удобная оплата и удобное общение с техподдержкой сразу же на сайте. Вот, что у нас еще есть? У нас есть доступ к автоворонкам. Соответственно, для того, чтобы получить доступ, нужно выполнить определенные условия на сайте. Люди, которые вас пригласили на эту презентацию, они вам расскажут более подробно. Вот, соответственно, автоворонки – это готовые лендинги. Соответственно, что значит готовые лендинги? Смотрите, вы можете скопировать ссылку «Онлайн-курс по продвижению на YouTube». То есть мы говорим о том, что мы вам даем готовый бизнес под ключ. То есть смотрите, у нас есть курс по прокачке YouTube. Да, то есть мы заходим в раздел «Курсы», находим это обучение. Я вам скажу, что этот курс по YouTube считается одним из лучших в интернете. Это я вам говорю как человек, который прошел огромное количество курсов. Вот, создание и продвижение YouTube-каналов. Соответственно, все. То есть основное преимущество – создание канала, алгоритмы и так далее. Вы к этому курсу получаете свой персональный лендинг. То есть это ваш персональный сайт. Онлайн-курс по продвижению. Вот так он выглядит. Соответственно, он продающий. $32,5. То есть если человек оплачивает $32,5, до 95% от этой стоимости вы зарабатываете, друзья мои. Еще раз. Дальше человек оплачивает, здесь ваша фотография будет. Ваша фотография, ваше имя, фамилия, ваши социальные сети, ваш номер телефона. То есть это ваши персональные лендинги. Что можно сделать? Смотрите, можно скопировать эту ссылку и, допустим, купить рекламу у блогеров в YouTube. То есть, которые скажут там, хей-хей, там, кто хочет научиться прокачивать YouTube, ссылка в описании, крутой курс, там, скидка 70%, там, ближайшие, там, я не знаю, там, 24 часа. Соответственно, вы заплатили там 3000 рублей за рекламу, при этом заработали 30 тысяч рублей, потому что вы знаете, кто ваша целевая аудитория, да, то есть, все скорее целевая аудитория – это люди, кто хочет развиваться в YouTube, да, то есть, они смотрят YouTube, вы знаете, где он находится. У вас есть инструмент, курс по продвижению YouTube, созданию YouTube-каналов, соответственно, и у вас есть лендинг, посадочная страница, продающая страница. Все, что вам нужно, это пустить на трафик на эту страничку и получать с этого дивиденды. Этому мы, друзья, вас всему научим. То же самое StoriesMaker, то есть вы получаете свои персональные лендинги на разные инструменты, которые есть у нас. Бот-помощник, пожалуйста. Соответственно, бот-помощник – это ваш виртуальный помощник, соответственно, мы вас научим не просто пользоваться нашим готовым, но и, соответственно, создавать свои собственные виртуальные помощники, которые позволят вам создавать воронки. Да, то есть то, что сейчас в моде, в тренде, создание автоворонок, которые автоматом будут... то есть важно не просто пустить трафик, но и обработать весь этот трафик, то есть рассказать, показать им, соответственно, и вот такой вот виртуальный помощник, который позволит вам в социальной сети, в данном случае ВКонтакте, он вам поможет и будет выдавать информацию порционно. То есть человек будет не с вами общаться, то есть если вам разом напишут 100 человек, соответственно, вы просто не вывезете, да, такое количество потока. Виртуальный помощник позволяет общаться с этими 100 человеками одновременно, да, то есть порционно выдавая информацию. Вот, сейчас появится тоже буквально через пару дней или сегодня даже, возможно, Telegram-бот Коля. Бот Коля, да, то есть в честь меня называется. Вот, поэтому как-то так. Что у нас еще есть? У нас есть креативы, то есть, пожалуйста, для вас сделали, если вы хотите оформить как-то группу ВКонтакте или там YouTube-канал, мы для вас сделали огромное количество разных шапок. Вам не нужно ничего выдумывать, вы можете взять просто готовое на то, что у нас есть на платформе, и создать качественно крутое креативное. Вот, пожалуйста, если вам нужны какие-то креативы в сторисах, допустим, для вас тут сотня разных видеороликов. То есть сотня разных видеороликов на, то есть в разном формате. То есть разные креативы, просто берите, публикуйте, соответственно, и ваша лента в социальных сетях будет яркая. И люди вам напишут, что такое, расскажи, покажи. Вот, то есть мы для вас подготовили креативы, чтобы вы не заморачивались. Что у нас еще есть? У нас есть раздел «Арена». Здесь рубятся лучшие из лучших, показывают свой результат.
соответственно, и получает ценные призы. Вот, есть перевод на разные языки сайта, соответственно, уведомления, чтобы вы понимали, кто зарегистрировался, там, за что оплата пришла и так далее. Вот, и у нас есть два вида маркетинга. У нас есть два вида маркетинга, соответственно, тренар, 100% сеть, то есть 100% идет в сеть, друзья мои. И, соответственно, матрица, то же самое, 100% сеть, два маркетинга самых лучших на рынке. И сейчас я отключу, наверное, вот так. Смотрите, что касаемо маркетингов, друзья мои, то есть это 100% самые лучшие маркетинги на рынке. Меня никто не переубедит. В одном маркетинге 100% сеть и в другом маркетинге 100% сеть. В одном есть рекуррентный платеж, повторные покупки, что позволяет сетевикам, крупным сетевикам играть, как я называю это, big money, big game, да, большая игра, большие деньги. Соответственно, это возможность формировать пассивный остаточный доход. То есть вся суть сетевого бизнеса заключается в том, в чем? Чтобы однажды проделанная нами работа превращалась в пассивный остаточный доход. То есть я инвестирую в людей, чтобы потом получать дивиденды со своих инвестиций. Да? То есть я учу людей, создаю команду и так далее. И два этих маркетинга 100% являются лучшими на рынке. Ну вот меня никто не переубедит, потому что на моей стороне факты, цифры. Да? То есть любой маркетинг – это прежде всего цифры. Вот, соответственно, почему просто гейм, спросите вы, наверное. Этот вопрос у вас сейчас возникает. Просто, да, то есть я считаю, что все должно быть просто. Ничего не нужно усложнять, да, то есть просто бери и делай. Просто не сомневайся, просто... То есть все, что... То есть к чему мы стремимся? Чтобы все процессы на нашей платформе были максимально простыми. То есть все, что можно упростить, мы это максимально упростим. Это первое. Второе – гейм, игра. Да, то есть это... Ну, во-первых, у нас сейчас появятся методы геймификации, да, то есть, но игровой формат, да, то есть я говорил о том, что у меня трое детей, и я прекрасно понимаю, то есть если я хочу с детьми пойти на турники позаниматься, если я им скажу, пойдемте на турники заниматься, они скажут, ой, нет, тяжело, сложно, не хочу. Но если я скажу, ребята, у нас с вами будет сейчас игра, там, кто чемпион, лесенка, еще что-то, если я это преподнесу в игровой форме, соответственно, они со мной с удовольствием пойдут. До чего греха таить? Я прихожу с ребятами, то есть у нас там есть на турниках лесенка, кто больше подтянется, я знаю, мужчины, я думаю, знают. То есть когда ты просто приходишь один, тебе неинтересно, скучно, как-то еще что-то, но когда это игра, тебя это захватывает, и ты выкладываешься на максимум, то есть ты делаешь больше усилий, понимаете? То есть когда это в игровой форме, то есть это подход к работе, развивайся играючи, зарабатывай играючи, да, то есть вы все должно делать играючи, легко, от души, в кайф, то есть в удовольствие, понимаете? Вас никто не напрягает. То есть нашим продуктом, друзья мои, то есть, да, у нас был спор, недавно только спорили с человеком, что... Я не пойду в компанию, в которой нет производства собственного продукта. Здесь я очень много думал на эту тему, и я понял одну простую вещь, что, ну, производство в его случае, там, я не знаю, там, стельки для похудения, там, здоровье, там, эти пояса для похудения, стельки для здоровья, еще что-то. То есть в его понимании это вот нужен какой-то физический продукт. А я считаю, что наш продукт самый уникальный, потому что за деньги, то есть у нас есть два маркетинга лучших на рынке, в которых я могу заработать просто дохренища денег, и на эти деньги я могу купить любой продукт. Но вот здесь не купишь. Знания и навыки ты их не купишь. И наш продукт базируется на развитии. И это гораздо круче, чем какой-то физический продукт, понимаете? То есть это то, что всегда останется с тобой. Да, и наш продукт уникален. И что касаемо производства, так мы тоже производим. Мы прежде всего IT-компания, которая создает IT-решения для сетевых предпринимателей, для предпринимателей в интернете, которые позволяют автоматизировать какие-то бизнес-процессы. Мы тоже производим, только мы производим IT-продукт. А IT-продукт не имеет границ. Сейчас находятся люди здесь со всего мира. То есть, я не знаю, Италия, Турция, что у нас там, Украина, Беларусь, СНГ, все здесь находится, Германия здесь находится. То есть, что это интернет? Интернет, IT-продукт позволяет нам войти в любую страну без какой-то лишней бюрократии, без каких-то лишних бумажек, то есть на которых порой согласование там до полугода и выше. То есть позволяет открывать любые страны. И наша целевая аудитория, друзья мои, это весь мир. То есть, ну, и потому что то решение, которое предлагаем мы, оно нужно всем. Да, то есть, и это подкреплено все крутым коллективом, крутой командой, крутыми партнерами, которые поддерживают нас по всему миру.
и, соответственно, ну, на 100% ждет успех всех. Поэтому, друзья мои, смотрите, очень важно, чтобы вы написали тем партнерам, которые вас пригласили на эту презентацию. Это те люди, которые хотят вам причинить максимально добра. Вот, поэтому они хотят, чтобы вы стали частью их команды. Ну, смотрите, одному сломаться легко, вдвоем сломаться сложнее. То есть эти люди пригласили вас развиваться. Ну, приведу пример. Смотрите, допустим, я понимаю, что у меня проблемы со здоровьем, там лишний вес, еще что-то. Я хочу пойти заниматься в спортзал, но мне одному тяжело, да, то есть мне одному сложно, тяжело преодолеть какой-то свой барьер вот здесь, что на меня будут косо смотреть, я ничего не умею и так далее. Я прихожу к своему другу, на что слышу ответ, там, ой, да слушай, мне некогда сегодня футбол, давай пиво лучше попьем и так далее. То есть, да, я его зову, говорю, пошли, говорю, у меня есть проблема, я говорю, у тебя она тоже, посмотри на свое пузо. Я прихожу к своему другу и хочу получить от него поддержку, потому что если мы вместе пойдем в тренажерный зал, мне будет легче, да, то есть я, соответственно, что, ну, то есть мы будем вместе как-то все изучать, вместе это все, и в конечном итоге, да, то есть, уже сложнее сливаться будет с тренировок, да, что он пошел, ты не пошел, ну как-то стрёмно, ты тоже пойдешь, да, то есть и развиваться вместе гораздо легче, понимаете, но если он не пошел, я все равно пойду, то есть я человек упертый, я пойду, да, то есть и он, ну, то есть в конечном итоге результат какой? Через полгода, да, то есть у меня идеальное тело, здоровье, уверенность в себе, кубики пресса и так далее, он будет смотреть на меня и говорить о том, что, ой, да ему повезло, там, он там попал в какое-то время, еще что-то там, будет находить кучу оправданий, да, то есть и люди боятся, да, то есть люди боятся, что их кто-то будет богаче, умнее, ну, то есть физически развитие и так далее, то есть очень много людей, которые такие, как сказать-то, желчью насыщены. И то же самое с финансами, друзья мои. То же самое, если я приду к другу, да, то есть к тому же самому другу, скажу, пойдем со мной развиваться в интернете, зарабатывать деньги, мне скажут, ой, там все ерунда, лохотрон и так далее. То есть вот что с тренажерным залом, то же самое, там спорт не лечит, спорт калечит, короче, вот все, спорт это ерунда, там все тыры-пыры, да денег много надо, да времени много уделять. Но он четко понимает, что да, можно накачать крутое тело, тело своей мечты, гордиться собой и вдохновлять всех. И про деньги он понимает, что точно так, да, то есть, что в интернете большие деньги, что большие деньги зарабатывать только головой, не зарабатывать руками. И, соответственно, человек это четко осознает. И если вы, соответственно, не пошел он, пойдет другой кто-нибудь, да, то есть, но в конечном итоге вы должны четко осознавать, что вас зовут сюда развиваться, да, то есть очень важно быть с нами на одной волне, очень важно с нами, да, то есть мы, ну, секта. Давайте будем говорить своими именами, то есть секта – это вообще высший слой общества, да, то есть когда секта – это узкий круг людей с общими идеями и ценностями, да, чтобы вы понимали. Есть секта любителей ходить на работу, да, целовать начальника в пятую точку. Есть секта любителей ездить на общественном транспорте. Есть секта, я не знаю, там, ездить в страны по горячим путевкам только. В общем, есть огромное количество сект. Мы секта голодных до денег, жадных до жизни людей, то есть кто стремится к развитию, стремится помогать друг другу. То есть и вот это вы должны понимать, что в нашем сообществе... Ну, смотрите еще раз, друзья мои. Еще раз, смотрите. 12 долларов, цена 3 чашек кофе. Что вы теряете, что вы можете приобрести, но вещи несопоставимые. Здесь, если вы искали, друзья мои, я больше чем уверен, что вы нашли. Все, что вам нужно сейчас, это написать тому человеку, кто вас пригласил на эту презентацию, чтобы он вам дал более подробную информацию, завел наш чаты, соответственно, и сказал пошагово, что вам нужно сделать. То есть каждый наш партнер знает, какую информацию вам скинуть, чтобы вы влились в наш коллектив, да, то есть и стали финансово независимым. К этому стремимся, да, то есть и результат будет 100% у всех, мы будем биться за ваш результат, хотите вы этого или нет, вот, поэтому... Самое главное, да, то есть настойчивость, да, сильные остаются, слабые уходят. Очень много людей на нашей платформе, там, первые трудности поймали, да, там, ну, трудности какие, друзья мои? То есть, ну, когда вот ты идешь в тренажерный зал, ты сходил один раз, какая трудность после этого? Молочная кислота, боль во всем организме тебя ломает, сковывает, твой организм испытывает стресс, и ты на следующий день уже не хочешь туда идти, потому что для тебя это дискомфорт. Но если ты преодолеешь эту молочную кислоту и боль, соответственно, то в конечном итоге это придет в привычку, и, соответственно, ты получишь развитые мышцы, сильное здоровье. И когда ты развиваешься умственно, что происходит? Отторжение. Мозг не привык. Мозг привык получать какую-то информацию с телевизора, чтобы нам, ну, извините за выражение, скажу, какие срали в голову, да. Тут один пришел свой негатив там рассказывает, другой пришел негатив, тут по телевизору негатив, короче, кругом негатив. И мы просто привыкли к этому. А здесь
что-то светлое, что-то такое, типа, какие-то знания, какой-то свет, типа, ну, и наш организм начинает, голова начинает болеть, пухнуть прям от знания, от всего, и, ну, это дискомфорт. Это дискомфорт, и, соответственно, конечно, многие люди, ну, проще же, когда у тебя есть какая-то должностная инструкция, тебе не нужно думать своей головой, за тебя уже все продумали, просто делай, короче, получай за это какие-то копейки, да, то есть здесь так не получится, здесь это ваш путь, это ваша дорога, я очень хочу, чтобы вы прекрасно осознали, что не прилетит волшебник в голубом вертолете, да, то есть не решит никто ваши проблемы, нужно взять ответственность за свою жизнь в свои руки, да, то есть найти в себе какую-то внутреннюю мотивацию, семья, родители, еще кто-то, да, то есть что вас будет мотивировать? Вставать по утрам, двигаться, развиваться каждый день, да, то есть получать какие-то новые знания, эти знания применять на практике. У вас должна быть какая-то внутренняя мотивация. И если вы это найдете, этот баланс, соответственно, ну, друзья мои, вас будет просто не остановить. Вы все подкрепите это все крутым окружением, знанием, и вас ждет успех, друзья мои. Вас ждет успех. В общем, друзья мои, поставьте девятку те, кто после этой презентации к нам присоединится, соответственно, посмотрит, поанализирует, вот, и будет развиваться вместе с нами. Так, отлично, отлично. Друзья мои, я вас всех благодарю. Я благодарю всех, кто верит в нас, поддерживает нас, идет с нами эту дорогу. Вам огромное-огромное спасибо, друзья мои. Мы вас не подведем 100%, соответственно, здесь обмен с превышением. То есть за маленькую цену огромную ценность. И так будет и дальше. Наш главный ресурс. Мы маленькая компания, но с огромным потенциалом. И потенциал нашей компании – это люди, это наши партнеры. Если мы будем раскрывать потенциал наших партнеров, то потенциал компании будет раскрываться сам по себе. Поэтому, друзья мои, рыба-карась, игра началась. Напишите тому человеку, кто пригласил вас на презентацию, скинет вам более подробную информацию. Соответственно, и что важно, что вам скинут информацию по партнерским программам. Да, то есть также на сайте сможете ознакомиться, понять, как это все работает. В общем, друзья мои, всем пока и хорошего вам дня. Пока-пока.